Всем привет! Продолжаем бродить по Ирарте. Сейчас здесь выставка Александра Ольховского. Называется она «Городские химеры». Александр Ольховский, 70 лет, родом из Ленинграда, потомственный художник, который приобщился к живописи еще в раннем возрасте. И уже в 30-летнем возрасте становится членом Академии художеств СССР. Ну, это вообще просто... 30 лет стать членом Академии художеств, это просто круто. Вот, как написано в анонсе, я вам зачитываю анонс, живопись Александра Ольховского родом из 20-го столетия. В работах художника читается личное, но очень характерное для советских художников переживание искусства модернизма. Сын преподавателя Института Репина Давида Ольховского, ученика Исаака Бродского и современника Павла Филонова. Стал очевидцем художественных диспутов академиков в мастерской отца, параллельно увлекаясь кубизмом. Ну, конечно, Сальвадором Дали и Пабло Пикассо. 1996 года живет и работает в Гамбурге. Он часто навещает мастерскую на Васильевском острове. У него своя мастерская. Прекрасно осведомлен о популярных трендах в искусстве. Современное искусство для Александра Ольховского заключается в живописных проблемах. Это драма цветовых столкновений, разрушений формы, то есть идей, волновавших еще фавистов. А фавизм, хочу напомнить вам, это направление искусства. Предшественниками фавистов можно считать постимпрессионистов. Художественное влияние таких художников, как Ван Гог, Гоген, ключевая фигура для фавизма Поль Сезанн. Возникновение фавизма связывают с именем Густава Моро, художника-символиста и профессора школы изящных искусств, в классах которого учились Андре Матисс, Альбер Марке, Жорж Труо, ну и так далее. Фавизм от слова «фау» – «дикий», направление во французской живописи конца XIX века. Ну, это так, вступление. Ну, об Ольховском. Кстати, он еще и пишет стихи. Вот в 2017 году вышел поэтический сборник его, называется «Небесная прорубь». Живописные и поэтические образы Ольховского имеют общую химерическую природу, как вот сказано здесь. А он может объяснить природу каждого движения кисти, оказываясь пленником собственных образов, часто остающихся для него самого загадкой. Как и в творчестве Пикассо, в картинах Ольховского раздробленный, неустроенный, конфликтный мир. Такой своеобразный аналитический кубизм. Кстати, в ранних картинах, можно посмотреть в интернете, ранние картины Ольховского достаточно реалистичные. Ну, мне показалось интересно. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать о Александре Ольховском, о выставке его, которая проходит. Проходила уже, наверное, в Ирарте. Она называлась «Городские химеры». Не могу сказать, что мне очень нравятся эти картины, но эти картины привлекают к себе, на них останавливается взгляд, хочется что-то просмотреть в том, что нарисовано. Поэтому они имеют место быть. Почему нет? Интересные картины. Для того, чтобы быть в теме, надо посмотреть. Ну, хуже не будет уж точно. Поэтому приходите, смотрите. Все, всем пока, всем привет, до свидания.